Только я рассказал про грушу от 25-го, начали стричь газон, дернули за ветку, а груши и посыпались. Так что вот от 25-го, значит, уборка у нее получилась 25-го. Ну, оно и хорошо, потому что весна непонятная, затяжная, лето холодное, а потом непонятный кипяток. И ранняя, да не то что осень, зима какая-то, потому что в конце августа, в начале сентября заморозки как рубанули, без огурцов остались. Непонятный год. Год должен быть всякий. Ну, понятно, конечно, что всякий. Вот так собираем дерево. С дерева груши, вернее. Груши с дерева.